Сегодня сотрудники регионального МЧС направили гуманитарную помощь огнеборцам Краснодона и Краснодонского района. Это необходимое пожарно-техническое вооружение, комплекты защитной обуви и боевой одежды, каски, топоры, пожарные рукава, а также средства связи и электроника для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Сбор был организован в рамках акции МЧС России «Помощь пожарным Донбасса». Представители Главного управления МЧС России по Тюменской области, неравнодушные граждане и предприниматели собрали для огнеборцев необходимое пожарно-техническое вооружение общим весом более 2 тонн.